Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Это телеканал «Тверь сегодня», в студии Кирилл Амаев. Здравствуйте. Джулиан Ассанж и его коллега Сноуден наконец-то добились своего. Федеральная служба охраны заказала 20 пишущих машинок. В соответствии с документацией, каждый аппарат ФСО планирует приобрести примерно за 10 тысяч рублей. Комментарий на эту тему из Федеральной службы охраны так и не поступил в газету «Известия», которая сегодня и публикует этот материал. По словам источника издания, уже в Минобороны в этом ведомстве пишущие машинки сохранились с еще тех времен, и на них готовятся специальные донесения министру обороны и президенту Российской Федерации. И еще из срочных сообщений. Федеральная миграционная служба сегодня сообщила о задержании 40 нелегальных мигрантов в Конаковском районе. Высокая производительность труда при минимуме рабочих – это, конечно, возможно, но в наше время встречается редко. А потому, если на крупном предприятии официально трудится всего несколько человек, то речь, скорее всего, идет не о стахановцах, а о нелегалах. Как в случае с Конаковским заводом строительных материалов. В начале июня сотрудники миграционной службы нагрянули на предприятие с проверкой и обнаружили 5 украинцев, работавших на заводе незаконно. Каким-то образом информация ушла, предупредили руководство предприятия, и буквально, ну, как мне докладывали, может быть, за 20 минут до приезда наших сотрудников все мигранты были вывезены оттуда. Буквально сотрудники докладывали, что еще теплый чай, дымящиеся сигареты в пепельницах, телефоны на зарядке, все вещи брошены. В первый раз руководству предприятия повезло, а вот во второй утечки информации не было. И сотрудники миграционной службы в процессе оперативного мероприятия обнаружили на заводе около 100 нелегальных сотрудников. Ответственность может быть очень жесткой. Если все эти 100 человек не имеют разрешения на работу, в принципе, конечно, это решать суду, материал будет составлен, проведено административное расследование, и материал будет направлен в суд для принятия решения, но посчитайте сами, санкция статьи 18.15, ответственность юридического лица за незаконное привлечение к трудовой деятельности одного человека до 850 тысяч за одного человека, ну, легко посчитать, если там 100 человек незаконно работали, может быть, даже и нелегко столько нулей посчитать. Это избыт. Ну, теперь о приятном. Катерина Рыжова с репортажем о концерте, посвященном дню рождения нашего земляка Сергея Лемешева. Напомню, накануне вечером на Театральной площади звучала чарующая музыка. День рождения Сергея Лемешева – событие, значимое для всего города, поэтому и концерт выбрался из здания филармонии на Театральную площадь. Фестиваль проходит уже в 26-й раз, и снова в Тверь приезжают известные оперные исполнители, в том числе и из-за рубежа. И мы с нетерпением и всегда с волнением ждем июля месяца, когда этот праздник наступит. А то, что он нужен, любим и необходим, говорит то количество зрителей, которые сегодня присутствуют на этой театральной площади. Я хочу сказать, что с каждым годом мы подставляем стулья, и их уже больше 1000, но мы видим, что не всем еще хватает места. Весь вечер гостям Тверской сцены аккомпанировал камерный оркестр филармонии «Российская камерата». Вел концерт известный телеведущий Святослав Белза. Сам Лемешев говорил, что главное предназначение лирического тенора – петь о любви. И он пел о любви. Он спел все главные теноровые партии и отечественного, и зарубежного репертуара. Но при этом в записных книжках его осталась такая запись: «Боже, упаси от слащавости». И действительно, Лемешев при невероятно, казалось бы, сладком тембре, неповторимом тембре своего голоса, он избегал слащавости. Тяжко мне, тяжко, сознание,
Хотя в программе фестиваля исключительно классические партии, исполнявшиеся в свое время Сергеем Лемешевым, это событие каждый год привлекает не только старшее поколение. Безусловно, что есть интерес молодежи. Я думаю, что если приглядеться, мы увидим с вами очень много юных зрителей. Это юные музыканты, это и учащиеся детских школ искусств, это и студенты Тверского музыкального колледжа, которые здесь присутствуют. Также просто молодежь, которой интересно творчество, история, которая связана с нашим регионом, особенно таких людей, как Сергей Яковлевич Лемешев. Празднование дня рождения знаменитого тенора не ограничится концертом в Твери. В выходные все любители музыки могут побывать в Калининском районе. 13 июля мы всех ждем на родине, на малой родине Сергея Яковлевича Лемеша. Это в деревне Князево Калининского района, где пройдет огромный праздник, который начнется в 12 часов. Работают 9 площадок, от самых маленьких до ветеранов, которые могут насладиться, соответственно, русской народной музыкой, так как приедет Костромской оркестр народных инструментов. Радость ощущает лица ранее, вкушает сладость и любви. Еще о пережитом. Долги теперь для отпуска не проблема. Депутаты Государственной Думы разрешили россиянам, у которых есть долги по административным штрафам, не превышающим 10 тысяч рублей, свободно выезжать за пределы любимой родины. Ну, еще о том, какие законопроекты во время весенней сессии одобрили, выслушали и приняли депутаты Госдумы, рассказал тверским журналистам Владимир Васильев. Светлана Маркина тоже послушала. Депутаты Государственной Думы во время весенней сессии просто так на стульях не сидели, а в поте лица рассматривали и принимали. В итоге успели обсудить более 500 законопроектов, причем половину из них приняли. Некоторые документы оказались настолько интересными, что разбирались в них вместе с депутатами и простые граждане нашей страны. Например, резонанс вызвали закон Димы Яковлева о запрете на усыновление детей иностранцами, запрет высокопоставленным чиновникам иметь счета за рубежом и другие. Во-первых, первое, упростили порядок усыновления российскими усыновителями. Упростили. Второе, установили определенные льготы, вычеты налоговые для усыновителей. Установили обязательное право для сирот на получение высококвалифицированной дорогостоящей помощи. И когда это необходимо, за рубежом тоже. Когда я был в Теремке, где эти условия уже созданы, то персонал, показывая мне одного мальчика, которого хотели усыновить родители из США, говорили о том, что они вынуждены будут направить в Кошарово его. Но я спросил, говорю, а вот у вас как? У нас хорошие условия, был ответ в Теремке. А там действительно, вы знаете, там уже и бассейн появился лечебный. Я думаю, то же самое будет и в Кошарово. Кое-что там уже изменилось. Владимир Васильев рассказал и о том, что теперь владельцам дорогих автомобилей придется раскошелиться. Налог на элитные машины повысился. Правда, дорогие иномарки нередко берут в аренду. Вот для арендаторов пока таких законопроектов не было предусмотрено. Сейчас мы приступаем к реформированию дошкольного образования и воспитания. Уже начат процесс школьного. Но вы знаете, все новое рождается как ересь, а умирает как предрассудок. Наши предки заметили это много столетий тому назад. И вот мы, видимо, тоже не являемся исключением. Но пришло время, когда мы должны это делать. Иначе наше образование серьезно отстало от самого современного европейского, американского образования. Весенняя сессия Государственной Думы получилась насыщенной и в некоторых моментах неоднозначной. Сделано было много, еще больше осталось в планах. Так что осенняя сессия тоже обещает быть богатой на события. Теперь к событиям в России и за рубежом. 5 рабочих уволены со стройки космодрома «Восточный», что в Амурской области. Об этом сегодня сообщает официальный сайт Управления Федеральной службы по контролю за оборотом этого зелья Амурской области. В ходе совместного рейда наркополицейских и врачей областного наркодиспансера были проверены 2 рабочих поселка, в которых проживает более 500 человек. По результатам тестов были выявлены 5 мужчин в возрасте от 25 до 50 лет,
с признаками наркотического опьянения. Все они жители разных регионов Дальнего Востока. Строительство космодрома «Восточный» начато в середине 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя с нового космодрома запланирован на конец 2015 года, а первый запуск пилотируемого космического корабля на 2018 год. Тем временем руководство Казахстана предложило России возродить проект по переброске части воды из Волги в реку Урал. Об этом заявил вице-министр охраны окружающей среды Казахстана Ерлан Нысанбаев. По его словам, в настоящее время сток Урала снизился до 5 кубических километров в год, что является пределом, ниже которого в регионе пойдут необратимые экологические изменения с катастрофическими последствиями. Конец цитаты. Как именно планируется реализовать проект, чиновник не уточнил. Вопрос об использовании Волги для восполнения ресурсов Урала обсуждался еще в советские времена, когда власти пытались компенсировать снижение стока реки из-за строительства водохранилищ, их там 7. Ранее в Казахстане предложили реанимировать другой масштабный советский проект «Разворот реки Иртыш». Эта инициатива была разработана в 1970 году и активно обсуждалась на протяжении 10 лет, после чего проект был закрыт. Вновь в родной город. Глава Твери Александр Корзин нынче поздравил работников почты с грядущим профессиональным праздником. Несмотря на развитие информационных технологий и множество способов передачи данных, мир по-прежнему невозможно представить без почты и ее работников. В России за последние 20 лет сфера почтовых услуг претерпевала немало изменений, многие из которых пошли ей на пользу. И отделения почтовой связи, я надеюсь, вы замечаете, меняются в лучшую сторону. Технологии, которые применяются на почте, становятся современные. Наши люди становятся более квалифицированными. Хотя проблем на сегодняшний день у почты еще есть очень много. Мы надеемся, что с участием государства эти проблемы будут решены. Одна из главных проблем почты для нашего региона – нехватка операторов отделений почтовой связи. В прошлом году ситуация была очень острая, особенно в городе Твери. На сегодняшний день именно в Твери, в Тверской области, по сравнению с соседними регионами, ситуация наиболее стабильна. У нас высокий процент укомплектованности. Но вопрос очень сложный, и самостоятельно решить мы его не сможем. Почтовики рассчитывают на поддержку государства, ведь стабилизировать ситуацию можно, если увеличить оплату труда работников. Новые кадры – дело будущего, а в настоящем в честь праздника отмечали самых достойных работников. Грамоты и благодарности получали как начальники отделений, так и те, на ком держится работа на местах – почтальоны, операторы и водители. Поздравил специалистов с профессиональным праздником и глава города Твери Александр Корзин. Вы знаете, я первый раз на таком празднике, именно вот почты. Что бросилось в глаза? Бросилось в глаза, что я, как обычно, читаю там доску объявлений, все. Здоровье, волейбол, турслеты. Сегодня вот там трем людям день рождения, ветераны, подарки. Ну, то есть сама аура вот говорит о том, что коллектив на правильном пути. Ну, в празднике всегда надо отдыхать, подводить какие-то итоги. Ну, я думаю, больше только развиваться. Помимо наград от города и области, подарком для собравшихся в актовом зале главпочтамта стала концертная программа. Но и на это время центральное почтовое отделение города не прекратило свою работу. А Тверская железнодорожная больница тем временем отмечает 140-летие со дня основания. Медики встретили юбилей на посту учениями. Медики тренировались в оказании первой медицинской помощи пострадавшим в катастрофе железнодорожного пассажирского состава. Елена Глушкова наблюдала. Местом проведения командно-штабных учений стал грузовой двор станции Тверь, где произошла отцепка двух последних вагонов пассажирского поезда «Москва-Санкт-Петербург». По легенде, был повреждение, подрыв, сход подвижного состава, были пострадавшие. В ликвидации последствий принимали участие как сотрудники, работники восстановительного поезда,
так и сотрудники нашего негосударственного учреждения «Отделенческая больница» на станции «Тверь». В лице выездных бригад и затем усиленных бригад уже непосредственно с больницы. В результате катастрофы 31 человек получили травмы различной степени тяжести. После эвакуации из вагонов им была оказана необходимая помощь. Некоторые оказались в состоянии объяснить, что у них болит. Другим врачи оказывали помощь в хирургической палатке, а самых тяжелых вертолетом переправляли в медицинские учреждения. Подтвердите запрос на эвакуацию. Основная задача была поставлена – это эвакуация пострадавших и раненых из пострадавших вагонов, рассортировать их, определить степень тяжести – легкая, тяжелая, средняя, произвести сортировку по учебным местам – это операционная, реанимация и психофизиологическая, и также те, кто нуждается в срочной эвакуации. Соответственно, все учебные места были сформированы сотрудников НУС из состава штатных сотрудников и выполняли свои поставленные задачи. Помимо экстренной, пострадавшим была оказана психологическая помощь, а последним этапом учений стал подъем сошедших с рельс вагонов. Итоги масштабной операции будут подведены только на следующий день, но организаторы уверены, что отработка и координация действий всех служб прошла успешно. На станцию «ЮНАТОВ» теперь отправимся. С богатым окружающим миром там сегодня знакомились дети, которых на улицах города мы практически не видим. Реализация проекта «Семья на марше», главной целью которого является социализация семей с детьми-инвалидами, начался 1 июня, в День защиты детей. Следующим этапом стало знакомство малышей с особыми нуждами с животными на станции «ЮНАТОВ». Экскурсии у нас бывают достаточно часто, потому что приходят дети и со школ города, с области приезжают, с детских садов приезжают. И сегодня у нас будет экскурсия обзорная по всей станции «ЮНАТОВ». Мы покажем живой уголок наш, обитателей живого уголка, аквариумный комплекс и оранжерею. А также еще проведем занятия. То есть ребятки будут делать зайчика своими руками. Ну, трафарет из ваты на трафарете, а через трафарет будут делать зайчика. В процессе экскурсии дети смогли не только с удовольствием посмотреть и узнать много нового, а также покормить зверюшек. А вам здесь будут показывать растения и зверей. Ты любишь зверей? Да, очень. А какие тебе нравятся? Ну, собака, там бабочка, еще тигр, потом еще мне нравятся гусь, попугаи, потом всякие птицы, особенно на ковш. Такие экскурсии носят не только познавательный характер. Общение с животными помогает детям-инвалидам преодолевать коммуникативные барьеры и детские страхи, делает их более открытыми для окружающего мира. Теперь коротко о спорте. Лиха беда начала, это я о футболе. Конечно, это не самое убедительное оправдание для тверских футболистов. Они неудачно открыли сезон. Но все-таки первый и, соответственно, последний матч в Кубке России «Волга» проиграла со счетом 1-2. Наши футболисты встречались с коллегами из Смоленского «Днепра». В один день футбольный клуб «Волга» сделал два важных дела. Начал выступление в Кубке России и тут же их закончил. Хорошо еще, что первый кубковый матч проходил в Твери, иначе горожане и вовсе не увидели бы игр помимо регулярного чемпионата. А так на одну 256-ю финала пришли около 2000 болельщиков. И это несмотря на то, что игра начиналась в 18 часов. Видимо, от кубковой встречи тверитяне ждали многого, но, увы, не дождались. Команда проиграла со счетом 1-2 и выбыла из дальнейшей борьбы. Пришли новые игроки, времени мало для притирки, поэтому такая несогласованность в игре. Но я думаю, это все поправимо, нужно только время. Потенциал у команды хороший. Говорю еще раз, нужно время. Непонятно почему, первый тайм, то ли начало, то ли не знаю, как объяснить.
вместо того, чтобы играть в пас, мы пользовались какими-то забросами вперед, что это нам не свойственно. Забили гол, должны наоборот успокоиться, но допустили, к сожалению, грубую ошибку. Опять же, говорю, несогласованность. И в результате то, что имеем, то имеем. Вернуться в борьбу за Кубок России «Волга», конечно, уже не сможет. Но возможность взять реванш у Смоленского «Днепра» представится в самое ближайшее время. 15 июля команда снова встретится, но уже на Смоленском поле и в рамках регулярного чемпионата. Еще о неприятном. Мелькомбинат нынче осчастливил половину города чарующим запахом, сопутствующим производству комбикорма и еще чего-то. Однако ветер ни в сторону здания правительства региона, ни в сторону здания Роспотребнадзора нынче не дул, поэтому продолжаем наслаждаться ароматов. И в ожидании ветра в нужном направлении и как следствие перемен обратимся вновь к Испании. Город Тарагона – это Каталония. Ежегодный фестиваль строителей пирамид. Это так называемые «кастельс» – человеческие пирамиды. Строят их каталонцы с незапамятных времен. Каждый город и даже небольшая деревушка имеет команду из таких строителей. Технология проста. Вначале люди сбиваются в плотную толпу и переплетаются руками. Затем на созданной основе строится сама пирамида. Идеология действа проста – продемонстрировать единство нации. Вот они какие, каталонцы. Удачи! Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях.